Ну вы же не обязаны назвать суть моего нарушения. Шо? Вы же суть моего нарушения обязаны мне назвать? Тиждень безпеки дорожнього руху. Ну, я что-то нарушил? В місті Києві, ні. Каким образом я отношусь к тижню безпеки? Шо-шо? Каким образом я отношусь проводиться к тижню? Проводиться профілактика. Щоб пристегувалися ремнями безпеки, не розмовляли по мобільних телефонах. Я пристегнут. Я говорю, проводиться профілактика. Я не говорю, що ви не пристегнуті. Ну, так зачем мене останавливати? Для профілактики. Документы предъявить, они у меня есть. Ну, в каких случаях я должен предъявить а? В каких случаях я должен предъявить документы? 12 случаях. Ну, пожалуйста, в каком именно вот сейчас случае я сейчас? Должен... Під час відпрацювання операцій, заходів для перевірки документів на керування даним транспортним засобом. Ну, я ж нічого не нарушив. Я ж вам пояснив причину зупинки. Так, і суть моего нарушения? Причем суть нарушения? Говорю, 12 причин. При том, что вы знаете, что приказом... Есть 12 причин. Я понимаю. 12 причин для зупинки транспортного засобу. Я понимаю, но а вы... А в их функциональных обов'язках указано, что я должен проверить документы на право керування данным транспортным засобом. Причину я вам назвал? Назвал. Суть нарушения вы не назвали. Суть нарушения я вам не называю, потому что вы ничего не порушили. А вы знаете, что приказом нашего президента от 1 сентября 2011 года каждый работник МВД должен, помимо того, что назвать причину остановки, он должен назвать суть совершенного правонарушения. Вот вы сейчас мне суть совершенного правонарушения не называете. То есть вы тем самым не исполняете приказ нашего президента. Вы знаете о таком приказе? У нас есть инструкция. Скажите, вы знаете о таком приказе? Вы знаете о таком приказе нашего президента? Приказ? Да. Президент? Ну, может, указ. Я не знаю, как он точно называется. Еще при Могилеве, он Могилеву давал распоряжение, чтобы каждый работник МВД, он проявлял такт при взаимосвязи с участниками дорожного движения и при остановки, помимо того, что сообщал причину остановки, сообщал суть совершенного правонарушения водителем. Вот вы мне сейчас моего правонарушения не называете. То есть вы меня остановили просто так. А там я был документ... Так, я вас просто так не зупинял. Я ну вам как объяснил это? Причину зупинки. А суть нарушения вы не объяснили. Вот скажите, вы мне... Транспортные засоби не зупиняются только за порушение правил дорожного руха. Так. Это вы заявляете, что транспортные средства за нарушение... Есть транспортные засоби, которые в угоне. Угу. Які в орієнтуванні. Так. За підозрою, що транспортний засіб скоїв ДТП. Так. Якщо відпрацьовується, я ж говорю, якщо йдуть відпрацювання, так. Операції. Тобто ви зараз можете... Зараз проходить, я ж говорю, зараз проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Так. І ви обязаны яких водителей останавливати? От всіх или виборочно? Що це виборочно? Ну, смотрите, вот тиждень відпрацювання, то що означає? От у вас в приказі є, кого ви маєте право останавливати?
водіїв. Водіїв. Ну смотрите, от є водії, от ви не остановили, то есть ви зараз нарушення... Я з вами, правильно? Ну, правильно. Ну, так як я можу зупинити другого? Ну, ви когда меня останавливали, у меня записано, когда вы меня останавливали, вы спілкувались с другим водієм? Я спілкувався. Да, с водителем маршрутки. То напарник. Нет, вы именно с... Я с ним не спілкувався. У меня все записано на видео. Как вы... Будь ласка, передивіться ваше відео і подивіться. Я обязательно это пересмотрю, конечно. Я спілкувався... То есть вы мне суть моего нарушения не хотите называть? Я вам назвал суть, за що вас зупинили. Так. Ну, помимо этого... Будь ласка, документи і продовжуйте рух. То есть вам достаточно показать мои документы, что они у меня есть. Водительское удостоверение. Свидетельство про регистрацию транспортного засоба. Краще поверни, да. Дуже добре. Все. Счастливой дороги. Спасибо вам. Всего тоже. Трещит по швам, все это пройдено. Но в горах случайно, не тюрьмы, не войны. Но твои роли становились посторонними. Не попасть, оценить, как